Пабланка уже тогда думал о развитии и популяризации женских шахмат. Да, друзья, ну я думаю, что это на самом деле замечательно. Я вот не знал этого про Пабланку, хотя... Он всегда о них думал, я даже сказал. Ташкент у нас на табло. Ташкент играет против знатоков. Ну что ж, Ташкент. А где у нас здесь Ташкент? Сейчас я найду у вас Ташкент. А, против вас играет Олег Артеменко из города Ташкент. Ну, сосредоточьтесь, господа знатоки. Вот на этом вопросе вам дополнительная минута совершенно точно могла бы пригодиться. Дополнительная минута могла бы пригодиться. Но у вас ее нет, поэтому попробуйте так. Герой мультсериала «Футурама», господа, активно следит за происходящим в футболе. В серии, вышедшей в конце 1990-х годов, звучат такие слова. Осталось... Только одна надежда. И, как обычно, это он. Внимание, вопрос. А кто, известный всем нам, тоже он? Так. Вообще непонятно. Окей, давай думать, какие футболисты, какие футбол, почему шахматы? Конец 90-х годов, 98-й чемпионат, если Европы, Франция выиграла. Да, ну тоже он. Левша. Ой, гол. Левша, вратарь. А, может быть, действительно левша? А, смотрите, он это Бекхэм, и Бекхэм был левшой, по-моему, кстати. Нет, не был. Ладно. Не был. Не был. Так, обычно это он. Хорошо, еще раз, это же американский, может быть, американский. Это просто обычно это он. Осталась только одна надежда, как обычно это он. Что? Что извержение вулкана, что матч отменят, что метеорит упадет. Типа, что это в этом? Хорошо. Случае? Да, викинг, штурм, тайфун. Это с шахматами должно быть связано? Да, это или человек такой, или фамилия такая. Убийца чемпионов, отец кого-то. И как обычно это там... Может быть, Манчестер Юнайтед, там Шмейхель, отец... Забили гол на последней минуте, два мяча забили. Да. Так что, это кто? Солскайер забил и Шерингер забил. Время. Время истекло. Ну, господин Дворкович. Магнус Карлсон. Господин Дворкович, кто отвечает? Отвечает Маир Мамедов. Супер запасной. Повторите вопрос. Итак, повторяю для вас вопрос, господин Момент. Герой мультсериала «Футурама» активно следит за происходящим в футболе. В серии, вышедшей в конце 1990-х годов, звучат такие слова. Осталась только одна надежда. И, как обычно, это он. Внимание, вопрос. А кто, известный всем нам, тоже он? Ну, в голову приходит то, что в 99-м году в Барселоне был матч небезызвестный Манчестер Юнайтед Бавария, когда Сулшер вышел в конце и в дополнительное время забил победный гол. Вообще Сулшер всегда выходил на замену и всегда забивал победные голы и всегда вообще переворачивал игру. Но я не знаю, какая связь здесь с шахматами. Мне в голову не приходит. Сулшер вроде на шахматном поприще не был. Кто Сульшер, господин? Карлсон. Норвежец. Одни норвежцы. То есть намек на норвежцев, может быть. И ваш ответ-то тогда какой? Кто же, известный всем нам, тоже он? Тут конечно, связь простая. Это Магнус. Да? Сульшер норвежец, Магнус тоже норвежец. Я не знаю. Вот такая взаимосвязь. Итак, только ваш ответ? Может быть, викинг. Я не знаю. Может ваш быть. Ответ, господин Майя, давайте. Норвежец, может быть. Магнус Карлсон. Магнус, да. Магнус Карлсон. Ну, нет, хорошо, господин Медов. Между норвежцами и Магнусом, да. Ну, кто он? Да, Магнус. Магнус или норвежец, в общем, я понял. Ну, вот господин Мартынов пытался все-таки навести вас на окончательно правильный ответ. Ну, господа, ну, все же вспомнили. Вот тяжело играть в онлайне, да, господин Дворкович? Прям вот тяжело. Ну, смотрите, все правильно сказали. Вспомнили. 90-е... Конец 90-х. Знаменитый матч
выходит на замену, Сульскьяер или Сульшер, как его сейчас многие называют, забивает победный гол. Есть только одна надежда. И, как обычно, это норвежец. Ну, а какого же норвежца мы все с вами знаем? Ну, конечно же, Магнус Карлсон. Ну, 3-3, господин Мартынов, 3-3.